Салют, Мексика! Салют, Мексика! Сегодня, сейчас мы сделаем реакцию на певицу Пакита Ладель Баррио. Песня называется «Rata de dos patas». Что это означает? Двухногая крыса. Ну, а еще другого-то перевода нет никакого? Крыса с двумя ногами. Какое-то странное название. Да? Да, наверное, что-то иносказательное такое. Может быть. Типа, в кавычках. Ну, как Пакита Ладель Баррио. Она, по-моему, тоже легендарная личность. Так. Ну, какая солидная дама. А мексиканская Грэмми певица, номинированная на Грэмми. Угу. В жанре ранчерос в мексиканском и других мексиканских стилях. Вот. Ранчерос, это национальная, да. Такая красивая мелодия. Она из Мексико-Сити, Мехико-Сити. Ее песни обычно протестуют против сексистской культуры, мужской культуры в Мексике. А, то есть феминистка? Ну, типа того. Понятно. Но она, в общем, популярная среди женской аудитории. Понятно. Так, защищает женщин. Нахрен, а у нее дисков тут, смотри. Угу. С 88 по 2015. Молодец. Да, в общем, эта песня крутая называется... Крутая дама. «Rata de dos patas». Ну, поехали. Давай послушаем, что там за крыса двуногая. Угу. Да, такая солидная дама. Mm-hmm. Ну, вся в перстнях. Ну, ё-моё. Ну, и платье такое блестящее. Красиво поет. Mm-hmm. У неё такая буква R чёткая. Р. С концерта запись. Такие качественные записи с концертов в Мексике. Вот, прямо она в душу вкладывает. Столько лет петь на сцене, а там уже талантище такое. Чикито. Это парень, по-моему. Хрена народу-то, смотри. Кукарача? Чертов кукарача. Что-то такое она говорит. Острое. Что-то такое жизненное поет. Ага. Про женскую судьбу, я так поняла, она, наверное, похоже на то. Она рассказывает историю какую-то. Может, ты ее мужик там, типа, как образно ноги ей обрубил. Давай, гармошечка. Видишь, прям страдает. Да. Гад такой ползучий. Mm-hmm. Что-то он ей плохое сделал. Кукарача. Малдита, я знаю, что значит чертов. Помнишь, Малдита Примавера? Чертова весна. Или проклятая весна. Проклинает, короче. Понятно. Вот он и есть, двуногая крыса. А. Обманул. Вот. Вся публика так тихо сидит, слушает. Наслаждается. Чикито. Вот. Чао, Чикито. Ну, видишь, солидная публика сидит. Ну все да. Все так, все солидно, все так мощно. Ну, она крутая женщина. Крутая, да. Такая мощная, да? Угу. Серьезная, сильная. Угу. Да? Да. Так. Тебя, наверное, никого из наших артистов не напоминает? Ну, так сразу-то и не скажешь. У нас я не помню таких. Классная, мощная. Мощная, да. Да. Ну, видно, действительно, раз она в стиле это ранчерос, да, ты говоришь, поет. Именно вот что-то такое жизненное. Ну да. Поет, какую-то историю рассказывает. Классно, голос классный, мне понравился. Такая вот
Да, у нее особенно эта буква Р. Чикита, Кукарача. Кукарача, молдита Кукарача. Да. Напишите в комментариях, что значит Кукарача. Да. Потому что где-то мы где-то уже слышали. Да, я тоже уже слышала. Надо будет маленько несколько слов хотя бы подчитать, выучить. Класс, да, класс. Крутая. Да, женщина. Крутая. Угу, нам понравилось. Долгих ей лет жизни. Да, пусть еще поет и поет и поет. Угу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, советуйте это видео друзьям и подписывайтесь на наш Инстаграм и Фейсбук. Угу. Saludos amigos. Чао. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, adefesio mal hecho.